Ты меня слушаешь? Мы болтать будем или играть? Мама, ужин! Сейчас же в свою комнату! Ты совсем не умеешь себя вести. Потому что мне скучно. Скучно на ваших уроках. Держи себя в руках. А я что делаю? Ибра, ты почему никогда не пасуешь? Тебе что ли? Тогда нас точно сделают сухую. Думаешь, ты круче всех? Да ты никто. Пошел ты. Тебе надо работать втрое усерднее. Я хочу обсудить будущее Златана Ибрагимовича. А парни все говорят. Он еще ребенок. Если я для тебя не авторитет, то уважай хотя бы команду. Можешь идти домой. Что, опять? Ага. Говорят, не вписываюсь. Выкинь всякую дурь из головы. Ты можешь стать профи. Стоит только захотеть. Чего ты хочешь? Быть лучше всех. Вот и отлично. Я Златан. Эй, парнишка, тебя как зовут? Златан. Скоро в кино.